Фен для выпрямления волос или как выпрямить волосы феном не хуже, чем в салоне красоты. Тем, кто желает сделать волосы гладкими и ровными в домашних условиях, стоит присмотреться к варианту выпрямления их феном. Ведь этот электрический прибор воздействует на прическу в режиме высоких температур, что позволяет добиться желаемого результата. Разберемся, как использовать фен для выпрямления волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Чем хорош способ выпрямления феном? Плюсы такой методики: он доступен, ведь фен есть почти у всех. При соблюдении всех правил эффект получается на сутки, а то и более. Не требует много времени. Это дешево, ведь не придется посещать салон красоты, а значит, вы сэкономите на услугах мастера и дорогих косметических средствах. Рекомендуем прочесть, что такое расческа для выпрямления волос, как ею пользоваться. На что стоит обратить внимание, советы от специалистов: выбирать необходимый прибор, оснащенный функцией ионизации воздуха. Благодаря этому смягчается воздействие высоких температур, а вода быстрее впитывается в сам локон. Такие характеристики позволяют защитить прическу и избежать значительной потери влаги. Пользовать лучше фен с насадкой для выпрямления волос или концентратором, она помогает направлять воздух на нужные участки. Должен здесь присутствовать и регулятор температур. Выпрямление волос в домашних условиях лучше проводить не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы избежать излишних повреждений. Феном пользоваться нужно на расстоянии около 20-30 см от волосяного покрова. При работе стоит пользоваться защитными косметическими средствами, которые не только усиливают результат, а еще и дарят дополнительную заботу вашим локонам. Предпочтение лучше отдавать продуктам с термозащитными свойствами. Фото до и после. Виды термозащитных средств различают такие типы термозащитных косметических средств. Крем – это средство, призвано сделать локоны максимально блестящими и гладкими на сутки и даже более. Подходит для обладательниц вьющейся и непослушной шевелюры. Препарат нанесите с середины волоса, двигаясь вниз. И только потом на корни. Такая последовательность помогает избежать чрезмерной концентрации на коже головы. Затем распределите его обычной расческой с редкими зубьями. Лосьон защищает на уровне внутренней части волоса. Надежно фиксирует прическу, приподнимает корни и дарит блеск. Нередко выпускается с витаминами. Спрей максимально удобен при нанесении. Подходит для поврежденных и слабых локонов. Увлажняет и не утяжеляет их. Флуиды хороши для нормальных волос. Благодаря свойствам обволакивать пряди тончайшей микропленкой подходят для частого повторения процедуры выпрямления. Одну порцию средства растереть в ладонях и распределить по локонам. В зависимости от длины завитков, действие повторяется, пока не будет покрыта вся поверхность волосистой части головы. Сыворотка – одно из наиболее эффективных средств. Именно с сывороткой обеспечивается максимальная термозащита. Ее эффект – это плотные, объемные, структурированные гладкие прядки. Прическа держится сутки и более. Рекомендуем прочесть обзор популярных бальзамов для выпрямления волос. Как с помощью фена выпрямить волосы? Для того, чтобы данная процедура привела к хорошему результату, важно иметь под рукой фен, термозащитное средство, две расчески, круглую и плоскую, с густыми зубьями. При этом диаметр круглой расчески и брашинга зависит от длины локона. Чем длиннее волосы, тем шире брашинг. Зажимы. Этапы работы. Нанесите выбранную косметику на вымытые волосы. Уберите влагу, пройдясь по прядям полотенцем. Расчешите и закалите их, используя зажимы. Для удобства скрутите каждый локон в некрепкий жгут. Подложите круглую расческу под первую прядь и приступайте к сушке феном, используя подходящий для ваших волос температурный режим. Движения при этом выполняются от корней вниз. Не забывайте хорошо оттягивать локоны брашингом. С помощью расчески подверните концы локонов, делая легкие завитки. Когда обрабатываемый сектор полностью выпрямлен, пройдитесь по длине волос феном в режиме холодного потока воздуха. Если хотите придать прическе дополнительный объем, тогда начинайте сушку, приподнимая волосы у самих корней. Выполненная по всем правилам, такая процедура обеспечит хороший результат в виде прямых и послушных волос. К тому же, благодаря использованию защитных средств результат будет длительным, а локоны – более ухоженными. Это ли не повод порадовать себя и попробовать выпрямление волос феном на себе?
Какие методики способны надолго выпрямить волосы? Японское выпрямление волос, перманентное выпрямление, биопротеиновое выпрямление, керамическое выпрямление, нанопластика волос, бразильское выпрямление. Полезное видео, чем хорош способ выпрямления феном. Плюсы такой методики: он доступен, ведь фен есть почти у всех. При соблюдении всех правил эффект получается на сутки, а то и более. Не требует много времени. Это дешево, ведь не придется посещать салон красоты, а значит, вы сэкономите на услугах мастера и дорогих косметических средствах. Рекомендуем прочесть, что такое расческа для выпрямления волос, как ею пользоваться. На что стоит обратить внимание? Советы от специалистов: выбирать необходимый прибор, оснащенный функцией ионизации воздуха. Благодаря этому смягчается воздействие высоких температур, а вода быстрее впитывается в сам локон. Такие характеристики позволяют защитить прическу и избежать значительной потери влаги. Пользовать лучше фен с насадкой для выпрямления волос или концентратором, она помогает направлять воздух на нужные участки. Должен здесь присутствовать и регулятор температур. Выпрямление волос в домашних условиях лучше проводить не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы избежать излишних повреждений. Феном пользоваться нужно на расстоянии около 20-30 см от волосяного покрова. При работе стоит пользоваться защитными косметическими средствами, которые не только усиливают результат, а еще и дарят дополнительную заботу вашим локонам. Предпочтение лучше отдавать продуктам с термозащитными свойствами. Виды термозащитных средств. Различают такие типы термозащитных косметических средств: крем – это средство призвано сделать локоны максимально блестящими и гладкими на сутки и даже более. Подходит для обладательниц вьющейся и непослушной шевелюры. Препарат нанесите с середины волоса, двигаясь вниз. И только потом – на корни. Такая последовательность помогает избежать чрезмерной концентрации на коже головы. Затем распределите его обычной расческой с редкими зубьями. Лосьон защищает на уровне внутренней части волоса. Надежно фиксирует прическу, приподнимает корни и дарит блеск. Нередко выпускается с витаминами. Спрей максимально удобен при нанесении. Подходит для поврежденных и слабых локонов. Увлажняет и не утяжеляет их. Флуиды хороши для нормальных волос. Благодаря свойствам обволакивать пряди тончайшей микропленкой, подходят для частого повторения процедуры выпрямления. Одну порцию средства растереть в ладонях и распределить по локонам. В зависимости от длины завитков, действие повторяется, пока не будет покрыта вся поверхность волосистой части головы. Сыворотка – одно из наиболее эффективных средств. Именно с сывороткой обеспечивается максимальная термозащита. Ее эффект – это плотные, объемные, структурированные гладкие прядки. Прическа держится сутки и более. Рекомендуем прочесть обзор популярных бальзамов для выпрямления волос. Как с помощью фена выпрямить волосы? Для того, чтобы данная процедура привела к хорошему результату, важно иметь под рукой фен, термозащитное средство, две расчески, круглую и плоскую с густыми зубьями. При этом диаметр круглой расчески, брашинга, зависит от длины локона. Чем длиннее волосы, тем шире брашинг. Зажимы. Этапы работы: нанесите выбранную косметику на вымытые волосы. Уберите влагу, пройдясь по прядям полотенцем. Расчешите и заколите их, используя зажимы. Для удобства скрутите каждый локон в некрепкий жгут. Подложите круглую расческу под первую прядь и приступайте к сушке феном, используя подходящий для ваших волос температурный режим. Движения при этом выполняются от корней вниз. Не забывайте хорошо оттягивать локоны брашингом. С помощью расчески подверните концы локонов, делая легкие завитки. Когда обрабатываемый сектор полностью выпрямлен, пройдитесь по длине волос феном в режиме холодного потока воздуха. Если хотите придать прическе дополнительный объем, тогда начинайте сушку, приподнимая волосы у самих корней. Выполненная по всем правилам, такая процедура обеспечит хороший результат в виде прямых и послушных волос. К тому же, благодаря использованию защитных средств результат будет длительным, а локоны – более ухоженными. Это ли не повод порадовать себя и попробовать выпрямление волос феном на себе? Какие методики способны надолго выпрямить волосы? Японское выпрямление волос, перманентное выпрямление, биопротеиновое выпрямление, керамическое выпрямление, нанопластика волос, бразильское выпрямление. Полезное видео. Выпрямление волос феном от Ксаны Шер. Укладка феном от Павла Баженова.